Уповай на Бога! Только Он тебе поможет! Только Он тебе поможет! Стой! Что несешь? Вино? Для Бога! Где Он? Проснулся, проанализировал сон, понял, что было астральное нападение, призвал ответственных, увидел маски и голограммы, пригрозил аннигиляцией, расторгнул все ночные контракты, наполнил все тела божественным светом, отпустило. Помолился, еще раз помолился, помолился про себя, помолился вслух. Когда понял, что при молитве на внутреннем экране общаюсь сам с собой, в очередной раз понял, что я и есть Бог. Аллилуйя. Сделал яичницу, съел, осознался, призвал в свое поле курицу, на тонком плане попросил прощения у курицы, принял нерожденных цыплят в рот, дал им имена и позитивные установки, пошел в душ смывать негатив, для гарантированного очищения намазался солью с содой, увлекся смыванием соли. Вместе с негативом смыл позитив. Принял, как урок души. Прочитал с выражением аффирмацию «Я есмь свет, я есмь любовь». На 108-м круге пошли распаковки. Понял, что я не любовь, а Андрей. Осознался. Поблагодарил Высшее Я за подсказку. Зачитал обновленную аффирмацию «Я есмь свет, я есмь Андрей». Сделал сурью намаскар, зарядился от солнца. Снял видосик на тайлапс, наложил фильтр, залил в Инстаграм. Лайкнул сам себя. Зашел в сторис к знакомому астрологу, узнал, что сегодня коридор затмений. Ретроградный Меркурий. И на солнце вспышки, пипец, осознался. Дабы не притягивать бэткарму, отменил сурью, поменял временные линии, удалил в инсте видосик, отпустило. Поставил защиту, призвал поток творцов, надел амулеты, намазал чакры эфирным маслом, вышел из квартиры. В подъезде почувствовал сигаретный дым. Опять сосед лярва накурил. Внутренний ребенок начал бунт. Эмоционально-чувственные каркасы пошатнулись. Вошел в тета-волны. Увидел, что сжег соседа в прошлой жизни на костре. «Надо поджарить ему пятки на костре!» Осознал урок. Наполнил подъезд светом Творца, заодно и себя с соседом. Фух, отпустило. Дорогу у подъезда перебежала черная кошка. Сел ждать. Прождал час. Сделал расклад на картах Таро. Выпал аркан башня. Вот-вот произойдут перемены, и ко мне придет озарение свыше. Пока ждал, обгадили голуби. К деньгам. Не зря я все-таки год читал мантру Махалакшми.
и прошел 5 раз денежный марафон по VIP-тарифу у Блиновской. День явно налаживается. Зашел в магазин купить воды. Иероглифы на боржоми вызвали подозрение. Я не растерялся и провел ченнелинг. Николай Чудотворец на канале сообщил, что боржоми от Лукавого. Бери святой источник. Сдачу на кассе дали мелочью. Брать не стал. Кассирша явно задумала сузить мой денежный поток изобилия. По-любому не мой божественный партнер. Чтобы не обнулить энергетику, в общественном автобусе решил не ехать. 3D уже не для меня. Пошел в парк пообниматься с деревьями и повзаимодействовать со стихиями. Земля – матушка, братец – ветер, сестричка – водичка. Пока обнимался, пошел дождь с грозой. Молния пробила защиту, а дождь смыл ее остатки. Вернулся домой, поставил псалом 90, зарядил воду, зажег свечи и благовония, посмотрел на часы 26:66, перекрестился 22:22. Ништяк. Время для формирования запросов во Вселенную. Помедитировал на нас, пропустил нисходящий и восходящий поток, вышел вместо покоя, поставил защиту. Ну все, можно спать спокойно. Дай мне Бога, брат. Какого тебе? За 20, за 50, за 100 или за 500? У меня украли пульт. Я попросил Бога сказать, где он сейчас. Ты под кайфом, да? We'll be right back.